Многих интересует, я продаю чертежи этих клеток для желающих, или просто могут люди посмотреть и могут в готовом варианте купить такую клетку. Чем она хороша, тем она удобна. Ну, удобно, понятно, что такой же модуль используется. Три в одном, дверка, кормушка, поилка. Здесь есть сменная панель зима-лето. Вот, здесь можно, есть зимний вариант, вся закрытая, не из сетки. Вот. Полы здесь сеточные. Весь навоз сбрасывается в специальную емкость вниз. Здесь вот собирается весь навоз. Вот этим клеткам уже более 5 лет. То есть вот они, в принципе, очень функциональные и долговечные, несмотря на то, что они из дерева. И они тем хороши, что здесь их можно хоть в поле ставить. То есть ни сквозняк, ничего нету. Резинка это для канистры, да? Да. А вот оно стоит, канистра.